приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Обрезать или не обрезать листья? Все пестрит голыми стеблями, все теплицы обрезанными листьями. Так обрезать же их или не надо? Забирают ли листья питательные элементы у растений? Когда лист уже вырос, после этого он питание ни у растений, ни у плодов не забирает. Наоборот, лист служит источником фотосинтеза и отправляет питательные вещества в плоды и на рост самого растения. Более того, у растений есть такая особенность, что он может использовать листья как аккумулятор. И вот, к примеру, ну, нижние листья где-то возьмем. Вот нижние листики. Что с ним происходит? Он начинает желтеть, потому что он забирает питательные элементы из листа растения и отправляет их наверх, либо на рост верхушки, либо на созревание плодов, на выращивание их и на созревание. То есть листья нас как бы подстраховывают сложные моменты, когда у растения не хватает какого-то питания, то растение может их взять из листов. Поэтому удалять листья для того, чтобы повысить питание плодов, бессмысленно. Плоды и так наливаются. Но единственное, где можно обрезать, конечно, это когда кисти уже полностью сформировались. Я вот обрезала, даже когда вот они покраснели. Я вчера только обрезала нижние. Ну и если мешают они, допустим, для того же полива. Когда уже кисти нижние сформированы, тогда только можно. А раньше никак. Есть голые теплицы стоят, когда еще малюсенькие, только-только они в зародышах, маленькие помидорки, уже вот так все пообрезано. Конечно же, этого делать нельзя. Листья – это все. Раньше в грядках, в деревнях все лежало в такой сплошной листве. Вот, смотрите, сказал, все заросшее. Как он там растет? Ну, они растут, они развиваются. Вот они, томатики, видите, они завязываются, и опыление происходит. Хотя все вот так вот толстым слоем все эти листья здесь, как говорится, замурованы. Но на каждом есть плоды. Вот, видите, на каждом есть хорошие плоды, хорошие завязи. И, конечно же, благодаря своим листьям они очень хорошо выглядят. Так что судите сами. На этом заканчиваю. Всего вам самого доброго, хороших и красивых вам томатиков. Всего доброго. Пока-пока всем.